Зараз ми маємо змогу поспілкуватися із гостем нашої країни. Це голова словацької делегації в Парі, депутат Національної ради Словацької Республіки Петер Осуський. Здравствуйте, Петер. Хорошо ли слышно нас? Ну, я слышал хорошо последние слова этой девочки. С тех пор да, ничего не слышу. Я слышу вас. Так, сейчас вы слышите студию, со студии вам приветствие. Слышите, да? У меня вопрос к вам. Слышу. Да. Спасибо огромное за то, что прилетели в нашу страну, поддержать нашу страну в рамках Крымской платформы. У меня такой вопрос. Смотрите, в латвийском парламенте уже создали рабочую группу в поддержку Крымской платформы. Есть ли у вас идеи и приедете ли вы с ней в свою страну, чтобы на уровне парламента тоже создать рабочую группу в поддержку Крымской платформы? Но я поддерживаю Украину уже много лет, так как заведую делегацией парламентской ассамблеи ОБСЕ за Словакию и с коллегом Герасимовым Артуром из украинского парламента много лет воюем за Украину. Значит, если найдем людей в парламенте Словакии, и мы будем их искать, что поддержали Крымскую платформу, мы это, наверное, сделаем. Украина наш сосед, и Украина тоже в моем сердце. 2 года тому назад я был 3 раза через год в Украине как наблюдатель выборов Зеленского и потом парламента. Значит, с Украиной меня много вместе держит. Спасибо вам большое и очень надеемся на то, что действительно будет такая инициатива от вас. А еще подскажите, пожалуйста, какие, как вы видите, мы как украинская сторона видим с 2014 года просто пролонгацию тех санкций, которые были введены после оккупации Крыма. И вот как вы считаете, достаточны ли эти санкции и стоит ли инициировать более углубленные и в каких именно сферах, как вы видите? Я буду всегда проголосовать за то, что держим санкции до тех пор, пока Крым не вернется. И если найдется в Европе сила, которая даже укреплит эти санкции, то, наверное, я поддержу эту инициативу. А как вы видите, что так, более эффективные санкции? Так, я... Да, в каких сферах новые, какие они должны быть? Главным образом экономические санкции. Знаете, 2 дня тому назад мы вспоминали о советской и вот коммунистической агрессии против Чехословакии в 68 году. И мы знаем, что значит танки и солдаты на улицах. Значит, знаем тоже одно. Так как тогда и сегодня, так как в Кремле сидит офицер КГБ, только сила и только напряжение успеет что-то сделать. Ходить только дискутировать не решит ситуацию. По-моему, мы должны стоять в Европе как один за Украиной, чтобы Кремль понял, что цеста, путь агрессии не путь решения проблем. Спасибо вам лично тоже, господин Петер, что поддерживаете нас. Мы абсолютно созвучно с вами мыслим. И подскажите, какие у вас впечатления от саммита? Что понравится, что нет, возможно. Но я сказал нашему премьер-министру, моему другу Эдуарду Хегеру, что это было очень хорошо, что он принял участие. Так как я видел, сколько значительных
лиц европейской политики приняло участие, даже американский министр принял. Значит, Украина имеет поддержку, и быть здесь, по-моему, просто то, что Украина, для Украины надо. И мы показали, что мы не забыли. Так как годы летят, но агрессор остается агрессором. Спасибо вам большое. Петер Осуський, депутат Національної ради Словацької Республіки і голова словацької делегації у ПАРЄ, був із нами на зв'язку, розповів про свої враження від саміту.